Всем привет, друзья! Сегодня я вам расскажу, откуда мем, где Тесла и Эйнштейн стоят в космосе. Расскажу, что он значит и кто автор данного мема. Погнали! Данная фотография была сделана в стиле шарж. Это когда художники рисуют какие-то карикатуры со знаменитостями, персонажами из мультиков, персонажами из фильмов и делают смешные лица, смешные головы, вытянутая шея, маленькое тело, большое тело, маленькая голова, большие уши. И в подобном стиле, как сделана вот эта вот фотография. К сожалению, автора данного мема и данной фотографии я не нашел, но у меня предположение, что это Рикардо Баскола, потому что он делает подобные карикатуры, злые какие-то карикатуры. Вот несколько его работ. Но на одном из форумов я нашел, когда писали его работы, эта фотография была тоже там, то есть приписана к его работам. Значит, его можно считать полноценным автором данного мема. Что означает данный мем? Данный мем вставляет под какие-то глупые ситуации. Короче говоря, данный мем несет, получается, смысл типа «Ебать, ты гений, что делал такую штуку, как с каком-то стиле сарказма». Что-то такое. Теперь вы знаете, что значит мем, где Тесла и Эйнштейн стоят в космосе, что он означает и кто автор данного мема. Вот и все, друзья. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и пока.